Привет, короче, сейчас мы находимся в конспиративном комплексе Максим. И я шагаю с Юлиусом. Не спрашивайте, кто это, меня попросили просто с ним пожигать. Это новый конь Вали Потап. Мне просто разрешили с ним как бы попросили пожигать и покормить его. Сейчас уже вечер, мы пришли кормить лошадей. Но я вам вкратце опишу, что сегодня вообще было как бы на тренировке и так далее. Я приехала сюда, на Хубэй. И сегодня же у нас состоялась первая тренировка. Меня тренировал сегодня одну Игорь Самодуровский. Все у нас, ну, более-менее хорошо было, как бы ничего криминального нет. Конечно, были всякие косяки, но это мы за одну тренировку, ну, умудрились как-то подправить, подкорректировать. Лошадь понравилась всем, но они назвали ее Жучкой. Отныне ее прозвище Жучка. Сейчас я уже шагаю с Юлисом после того, как пошагала с Хубэй. Она жутко боится шаг машины. Да нет. Oh my god. Просто она выпучивает свои глаза и так смотрит, как будто ее сейчас заколбасит. Ну, я говорю, спокойная лошадь. Также мы живем в гостинице, все в той же. Точно такой же номер, только другой немножко планировка. Позже мы покажу ваш номер. Мне вот интересно, что это? Что это такое? Что это? Скучно. Наверное. Не, ну нормально вообще. Ты чё не ешь? Ну, а пока что всё, что я могу сказать.